35 проектов на конкурсе «Инновации» представили сотрудники группы компании «Разведка добычи Казмунайгаз». В Кызылорде в рамках Дня молодого специалиста прошел форум начинающих нефтяников. Главная его цель – поддержка и воспитание талантливых кадров. От семинара и тренинга к производственной площадке. Традиционный форум молодых специалистов в нынешнем году проходит на нефтяных месторождениях Ахшабулах и Нуралы. Пройдемте сейчас в операторную. Это уникальная возможность не только поделиться опытом, но и представить коллегам свой подход повышения эффективности производства, говорят здесь. Я представил проект, направленный на экономию времени и повышение качества услуг. Он основывается на автоматизации рабочих процессов. Проект сегодня признали лучшим. С целью создания этого конкурса была определена поддержка молодых специалистов, поддержка их идей, их проектов. Но самое главное – это создание кадрового резерва. Каждой компании, производственной компании, IT-сервисной компании, во всей системе АО «Разведка добычи Казмунайгаз». 4 года назад во всех подразделениях компании созданы советы молодых специалистов. Они призваны раскрыть потенциал талантливых коллег, воспитывать в них лидерские качества и новаторское мышление. С их помощью уже реализовано 23 инновационных проекта. Райхан Тажибаева, Канат Инсибаев, Альхайдар Турлыханов, Кызылординск.